Кто тебя сбил, как сбил? Никто меня не сбил, я потерял сознание, потом здесь очнулся. Зашло, полтора часа на солнце сидел, около солнечного, отдавал телефон в ремонт, но поехал домой. Вот пока ехал, сознание потерял, наверное, из-за того, что полтора часа на солнце посидел. Говорят, да, но я по случаю помню, что я повернул в Топочанске на этот первый проезд танкист. Потому что здесь оказался.